Ну что? Потихоньку выходите, потихоньку. Какой лапочка? Ну, у вас все охает и ахает. Какой? Он правда милый. Умеет вас. Все видели. Бля, Тимочка, ты ему. Ты какой смелый. Он что, кусается? Алики. Нет, ну погоди. Бля, какой классненький. Чудо. А чего он не боится? Ничего себе не боится, он сейчас свернет. Смотри, уходит. Бля, какой смелый он мальчик. Такой... Да я всегда в детстве так вообще приводил. А где вы его нашли? На реакцию. Ну, первый раз я вижу, что он это не боялся. Не сворачивается ли? Ну, да. Странный какой-то. А он как Тимочка, смелый мальчик. А может он девочка, откуда вы знаете? Какой как мальчик? Ну он взрослый. Ну, может он больной? Может ему молочка принести? Он на кабана похож, да? Вот, молочка можно было бы. Чашечки. Сейчас. Спросите там на кухне. А можно тихо, сильно не трогайте, пускай. Его от Тимофей, сильно не приближайся к нему. Надо, чтобы молочка он сейчас попьет. О, какой красивый. А зимой не попадает в полку. Он дышит. Конечно, дышит. Он поди, может, давно не ел, пришел к нам. Ну. Скажет, вот милостивый. Я уже второго вижу, там тоже дорога. Христиане живут. Он сам сюда пришел? Да, да. Постучался в дверь еще, скажи. Сейчас ему дадут молочка. Не трошки. Я оставляю в чашке там вот, у кошек. Приходят, они все съедают. А там в лагере были. Там на кухне он под столом. Прям под столом. Мы ужинаем, и он ужинает. Да мало того, он к нам суслики бегали. Мы обедаем, а суслики под ногами. Это вообще. Так его никто не довел. Володя, ты покупал сегодня молочко? Нет, я же вечером буду брать еще. А он будет простоквашен? Не знаю. Там бутылки для кошек есть в холодильнике. Да я липучки. Перебери меня там все. Давайте я перебью. Не трожь. Не трожься от него. Он что-то пыхтит. Почему? Ему надо туда что-то поесть. Да, да, да. Тебе молочко дадут. Молочка. У нас молочка-то и нету. Там есть, в холодильнике есть. Немножко есть. О, я его ушки вижу. Какой есть? Теперь буду ждать там. Не лезь. Руки. Ты руками по земле. Иди мой руки. Иди мой руки. Иди. Голыми руками по земле пошел. Теперь в рот. Ой, вижу. Давай. Сама хочешь подать? Ну, если давай. Можно. Давай, держи. Вы меня так забирали. Осторожно. Так, отойди. Держи. Поставь рядом. Четверо ножек. Может, по лесу идет, песенку поет. Ты что, гнушаешься? Тихо. Придумал. Фью, что дали мне. Перед ним тарелочку поставь, пошел. Согнулся старичок. Он, ну-ка, поставь перед ним. Что стоишь-то? Прямо перед ним поставь. Надо его носом туда наткнуть. Рядом потихонечку ставь, подбегай к нему. Поставь. Напей молоко. Не смущай. Он может никогда не знать, что такое молоко. И погладиться не дает. Дай еще ему. Ничего себе, дает он. Он нам все дает. Самый смелый ежик. Попей ежик, силы восстановятся. Эй, молоко. Колючки отрубишь. Молоко. Упрямый, как старовер. Пей молочко, ну. Ну пей молоко, ну полей. Нет, оно не прокисло, хорошее. Что, кислое? Нет, сама выпила. Ну его так, маленько, как бы чуть приподнять, да? Мордочкой-то туда. Вы не против, да, что я так сделала? Мордочкой, не глаза. Паша. Он не будет, он верующий, сегодня пятница. А вдруг правда? Да-да. А видите, это похоже ежиха. Ей надо родить, где-то место найти. Да, маленькая, на. Дудонь, ушки. Ну, давайте домой, пошли домой есть. Класс, у ежика есть уши. А может, она нас стесняется и ей оставить тут? Клича. А давайте оставим здесь и уйдем. Пошлите. Уходите все. О, пастухи пришли наши. О, пастухи, а у нас тут куда? Близко смотри, не под... Смотри, Тарас. Ах.
59. Вот вы все-таки на 3 минуты раньше загнали. У вас время неправильное. Мозги неправильные, каждый день неправильные. Второй раз опять неправильно, и все раньше. Все раньше. Неправильно. Ну разбей часы, да выкини, раз неправильно. Все, ушел уже. Все, побежал. Вот он сейчас им будет рассказывать, скажет, такие люди, голые, без уголок, и как они живут только. Выровняли. Не трожьте. Пошли. Забирайте. Потом отдашь. Мыло открыто не оставляешь, но мыло птица. Интересно, как я уже там. Вон он ушел под кустик на берегу. Забирайте этого. Ну вот здесь занеси, отдай. Ну что, развернулся, чешется. Вот возьми маленько, да, еще такой-то, не урони. А я уже убежал? Да, ушел уже. Катя, куда ваш? Ау!